21 февраля в России отмечают День фельдшера. Именно они приходят первыми на помощь тем, кто нуждается в экстренном медицинском внимании. Их работа – спасать человеческие жизни. Как проходят будни фельдшера, расскажет Анастасия Кладинова. Вот уже 7 лет изо дня в день Степан Бабаян стоит на страже здоровья. Помогать людям – это мечта детства, которая стала реальностью. Оперативность, профессионализм и уверенность в себе – именно эти качества, по мнению Степана, должны быть у работников скорой помощи. Ведь им приходится сталкиваться с разными жизненными ситуациями. Бывает такое, что, как сказать, пациенты, то есть бывает с хроническими заболеваниями, и на фоне этих хронических заболеваний они сами по себе уже там страдают, нервные какие-то, постоянные переживания, у них тоже стресс. Правильно оценить ситуацию, грамотно подойти к человеку и пытаться все равно убрать конфликтную ситуацию, вывести в правильное русло, то есть найти компромисс. Степан заступает на смену в 8 утра, впереди рабочие сутки. Перед выездом нужно проверить наличие необходимого медицинского оборудования и препаратов. И вот уже первый сигнал от диспетчера. Бригада скорой помощи до нужного адреса доезжает меньше, чем за 15 минут. Пациент – пожилой мужчина. Причина вызова – высокое давление и затрудненное дыхание. Первым делом фельдшер опрашивает о симптомах и проводит осмотр. Ведь в этой профессии нет права на ошибку. Температура нормально, а вечером, операция. Кардиограмма показала тахикардию, но госпитализация не потребовалась. Впереди еще много пациентов, нет времени на отдых. Для Степана специальность фельдшера – не работа, призвание. Надеюсь проработать на скорой максимальное возможное время, то есть до последнего, пока смогу работать, приносить благо для здоровья населения. На Люберецкой подстанции работает 220 фельдшеров. Круглосуточные бригады обслуживают больше 600 тысяч жителей. И каждый день они трудятся ради того, чтобы помогать людям. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.